Ручей протекает в поселке Вардане и впадает в реку Буу, а затем в море. В ходе мониторинга по сбросам сточных вод на рельеф был обнаружен стойкий запах, непонятное содержание, что здесь происходит. То есть мы вызвали Роспотребнадзор для взятия проб и установление какого-то состава этой воды, что там в ней находится. Специалисты сегодня взяли пробы, чтобы определить тип загрязнения – химический или органический. Почему вода обрела неприятный запах и кто в этом виноват, установит экспертиза. Анализы, говорят, в Роспотребнадзоре будут готовы в течение недели. Добавлю, что в Лазаревском районе работает 5 рабочих групп, которые занимаются мониторингом сбросов стоков на рельеф. В рейды они выходят ежедневно. С 2015 года выявлено 13 тысяч фактов сбросов канализации на рельеф и в водоемы. Сегодня на более чем 12 тысячах нарушения уже устранены. Нарушителей природоохранного законодательства штрафуют и отключают от воды.